очередная лекция цикла, который в этом году начал Александр Каневич Шень рассказом о бросании монет. Это было пару месяцев назад. Он сюда пришел с настоящими монетами, прошел по аудитории, каждому дал по монете, бросали монету, и после этого задали вопрос себе, собственно говоря, есть ли какие-то статистические закономерности, что такое случайная последовательность, что такое неслучайное. После этого была лекция, где мы рассматривали случайные блуждания. Что такое случайное блуждание? То есть, там вышли из начала координат и идем с равной вероятностью в одной из четырех сторон на единичный отрезок. Ну и так блуждаем. Вот, был вопрос, вернемся ли мы когда-нибудь в исходную точку или нет. Была доказана замечательная теорема, что с вероятностью 1 вернемся. Более того, на той же лекции выяснилось, что если ходить не на плоскости, а в пространстве, то с ненулевой вероятностью не вернемся. То есть, вот, оказывается, решетка плоская принципиально отличается от решетки пространства. И это было сделано при помощи замечательных рассуждений, при помощи электрических цепей. Мы там высчитывали сопротивление, смотрели, что такое электрический ток постоянный. Вот. Другая лекция, тоже очень важная, была о энтропии. Мы далеко там не убежали, чуть-чуть только на самом деле начали рассматривать. И про энтропию, конечно, нужно бы еще говорить обязательно. И это, опять-таки, обязательно будет сделано. Да? Но кроме закона больших чисел, кроме энтропии, есть еще и такая вещь, как изначальная монета. Вот в некотором смысле мы сегодня возвратимся к исходному пункту. Берем монету симметричную, то есть она падает ровно с вероятностью 1/2 одной стороной, с вероятностью 1/2 другой стороны. И попытаемся понять, какие есть интересные свойства у последовательности выпадения вот этих вот оргов и решеток. Для того, чтобы было проще рисовать на плоскости, давайте, господа, договоримся, что когда монета выпадает одной стороной, мы сдвигаемся на единицу вправо и вверх. Если она потом опять выпадает той же стороной, так. Если выпадает другой стороной, идем так. То есть любая последовательность бросков у нас будет изображаться таким вот маршрутом. Если монета одной стороной выпала, то сдвиг на вектор 1,1, а если другой, то сдвиг на вектор 1-1. И давайте сегодня изучим свойства вот именно такой задачи. Оказывается, есть замечательная последовательность, которая называется последовательность Каталана, которая напрямую связана с этим. И оказывается, есть закон арксинуса. Сказать это будет очень тяжело, потому что для того, чтобы узнать, скажем, как примерно выглядят числа Каталана, обязательно нужно знать формулу, которая называется формула Стирлинга. Для чего она нужна? А чтобы понимать, чему примерно равен n факториал. Выглядит она так. Корень из 2πn умножить на n разделить на e в степени n. Это достаточно забавная вещь. Потому что смотрите, здесь, что называется, вот эта комбинаторика, да, n факториал, это количество перестановок на n элементах, входит в великое число e, на всякий случай, e это вот что такое, это предел последовательности единица плюс 1n в степени n, когда n стремится к бесконечности, и число π, отношение длины окружности к ее диаметру. Так вот,
Смотрите, какая история. Во-первых, вывести формулу Стирлинга – это в высшей степени важное дело. Потому что в теории вероятности все время встречаются числа сочетания. А что такое число сочетаний? Число сочетаний из А плюс Б по А – это А плюс Б факториал разделить на А факториал и на Б факториал. Понятно, что нам нужно уметь быстро считать факториалы, то есть нужна формула Стирлинга. Вот. И нужно, конечно, представлять себе хотя бы как-то, вот как устроены эти пути, какие между ними есть комбинаторные закономерности. Давайте сделаем так. Сначала будет немножко совсем простых рассуждений о путях, где в частности возникнут числа каталана. После этого мы придем к задаче, где нужно будет, значит, оценивать факториалы, докажем формулу Стирлинга.